как будут отображаться настройки климата на Android магнитолах Jansun. Сначала скажу, что это зависит от настройки канбуса. Так как в магнитоле есть встроенный кан, то для многих автомобилей он уже работает. Для некоторых нужен дополнительный кан. Сейчас запустим магнитолу и покажем, как вот на примере автомобиля Lexus RX350. Давайте поставим всегда. Это я установил новый лаунчер. И попробуем запустить климат. В моем автомобиле это кнопочка вот автомат. Да, нужно добавить питание. Я запускаю климат. Канбус не сразу подхватывает. Сразу скажу вам, вот ему нужно некоторое время, но потом, в принципе, после полной загрузки этой проблемы уже нет. И можете спокойно отображать. Ну вот так вот, я нажал вот больше температуру, оно меняется, показывает, я нажимаю меньше. Я у себя могу менять, например, какие-то моды, но это на несколько секунд выскакивает. Если нажимаю моды, выбираю способ, и оно меняет у меня там дуал, не дуал, быстрее. Тут я могу вентилятор увеличить, попереключать что-то там, выбрать режим. Но обычно я пользуюсь режимом автомат. Максимум, если я включу, оно кинет наверх и так далее. Поэтому всегда стоит режим авто, но это все можно менять и настраивать. Вот так это работает и так это выглядит. Но управлять сенсором, на сенсоре климатом невозможно. На этом типе магнитол. На других Tesla Style это возможно.